В Московской государственной академии физической культуры прошел турнир городского округа по боксу. Затем, как держат удар юные спортсмены, наблюдали и мы. Для Эрика Саркисяна это не первые соревнования. Он занимается боксом с 6 лет и становился призером всероссийских турниров. Его кумиры – Майк Тайсон и Флойд Мейвезер. У меня очень хорошие тренера, всегда помогают. У меня очень хорошая команда, всегда меня поддерживают во время боя. И других ребят я тоже поддерживаю. Совмещать регулярные тренировки и учебу в школе непросто. Трудолюбие Эрика вознаграждается победой. Его тренер и главный судья турнира Евгений Кацнельсон доволен результатом. Бокс – это и объективный вид спорта. Кто-то видит в таком ракурсе, кто-то в другом. Ну, в общем-то, принимаем все равно объективное решение. Я думаю, здесь все бои как бы судят правильно. Мы за этим следим. Бокс – спорт не для девочек. 11-летняя София Титова рушит этот стереотип. Она дважды побеждала в турнире «Люберецкая перчатка». Мне нравятся боевые спорт школы, мне нравится спорт этот. Я раньше занималась кикбоксингом, это как бокс, только с ногами, и перешла в бокс. Мне очень понравилось. Турнир «Люберецкая перчатка» проходит в городском округе Люберцы 7 лет. В этом году в название турнира внесли дополнение. С этого года мы присвоили данному турниру новое название в памяти нашего тренера, мастера спорта Сидорова Александра Сергеевича. Около 70 спортсменов приняли участие в турнире. Все боксеры получили юношеские разряды. Теперь они продолжат боевую практику на соревнованиях более высокого ранга. Дмитрий Гринчев, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.